Еще раз всех приветствуем. Продолжаем стримить турнир. Надеюсь, сейчас второй попытки сет клозеров будет нормальный. Встречается команда Нахнада против команды 22-91-3. Я уж не знаю, почему приурочено название этого коллектива, но составы играющих команд следующие. Нахнада не изменились по сравнению... А, нет, хотя есть, по-моему, одна замена. В общем, за них играет Supergirl Just Fly, Unknown, Unknown X-Wayne, Айдеал, Ладос, Лидер. И за, в общем, Циферблат играют у нас Господь Гнев. Ага, правильно, да. Space Impact, TFG Ужас, наверное, Time Factor Junior, Аллилуйя и 727. Вот так вот. Вот такие игроки. Все, режутся, нах надо, выигрывают. Кстати, это первая и последняя, точнее, последняя, да, игра Best of 3. Все-таки в лузерах чуть-чуть формат отредактировали. Так что нормальный. Вот, ну а дальше... Дальше. Будем смотреть. Так, ну и что у нас по раскладам? Плохие респы были у команды 22-90-13. Кстати, напикали, ребята, это Best of 3. Здесь Train, Тускан и на случай третьей карты это Дастик. Вот так вот. Пока что, ребят, направляется дом. Один юсп у Ужаса. Остальные, кто как играет Space Impact, с пожарки, будет вылезать, чекать, но не выходит. Так. Защита далеко за вагоном, за тройкой и за собаки. Принимает, пошел дефолтный выход на Б-плен. Здесь Аллилуйя ломает первого, ну и проход дальше. Минус 727. Пачка должна быть уже устанавливаться, но просочился один из игроков команды атаки глубоко в тыл, но его вроде здесь забрали и не дали оформить минус по лидеру. 2 в 4, и пока все еще живет Ужас за собакой, Господь Гнев. Так, Ужас забрал лидера, ну и забрали игрока на нижнем. В общем, здесь какой-то хаотичный выход, не получилось выйти и оформить. Капитан Барри Алибасов. Да, типа такого. Именно так. Как прочитал ник. Алё, ну, как тебе услышалось, так ты и поняла, в принципе. Вот так я прочитал. А люди постоянно что-то не то слышатся. Да, что-то чересчур как-то это. Мне кажется, от слова, которое он написал, это далеко. Ну ладно. Лизер минус по Space Impact. В общем, диглы, ребят, выходят уже сотку плюс зелень, но здесь такой экономический раунд, Господь Гнев минус Айдиал. Так, ну и Ужас последний, а Ужас находится где? Оп, оп, ужас, 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 еще пожарки. Так, пытается он здесь вылетать, Ужас. И Ужас, действительно, пока что Ужас. Нет, не забирает он игрока на зигзаге, еще становится 2-0. Вот такие дела. Пример ассолт. Бан. Ну, да, ну тут, наверное, чуть пожестче софт. Ха, нет, хотя, да, OpenGL. А как там, на чё, делет, да, включается ОХ? Что-то давно не включал, вообще круто. VX вообще все проще. Так, ну и продолжаем смотреть. У нас атака. Пытаются ребята выходить на Б-плен, кстати, с диглами. Выходит нижний. Супер. Girl Just Fly. Дают минуса, ребята. Ну, всего лишь один. Дальше уже не получается. Причем без смоков выходит. Отличный минус на третьем вагоне. Ну и безызвестный не смог здесь никого забрать. Неизвестный. No name. Вот. Неизвестный. То как-то если по-английски начну озвучивать, Алене покажется не то слово. И не все дела. Чтобы поймать читера, нужно думать как читер. Сергей Коновалов. Да, фортик, да. Именно так. Здорово всем, здорово. 3-0, уже 3-0 счет в этой игре. И появляется девайс у команды атаки. Сотка будет отыгрывать плюс зелень, накидывается моменталочка. У лидер минус по Space Impact. Еще одна хаешка летит в сторону дома через текстуру. Она здесь никого не задела. Позиция в упоре есть у лидера. Он смотрит дальше пожарку на проходящего. Ну и очень сильно надамажил гнева. Вставляют ему 46 хп, сотки, отлично открывается Ужас. И Супер до сих пор стоит в зелени, понимая, что игрок может с поздним таймингом выходить, но вся перестрелка возле сотки происходит. Ужас уже оформляет минус 2, и ХЕ очень плотная по Ужасу в итоге залетает на минус много хп. Забрали его на центральном, Владос, отлично, и минус
Много уже. Минус 2 оформил Владос, и 4 раунд за ними. Вот так вот. 4-0. 4-0 надо было ставочку зарядить на эту игру. Что-то я начинаю вставать. Скольки мы стримим, получается? С 2 по Москве. С 2 часов. Да. 5 часов получается. А, нет, 3. 3. Всего лишь 3 часа. Вот. Ну, с непривычки. Ой, хороший первый рез. 727. А, реализовывает его. Минус по зигзагу. Не дал здесь игроку раскрыться, зато на иксе лидер дает минус, пытается дальше смотреть пожарку, ну и перестрелка за пятом, все-таки забрали здесь, и последний Space Impact зелени неудачно открывался, в итоге 5-0, нах, надо, берут раунд в свою пользу, и пока что без шансов, вот так вот, 5-0. Направляются в дом игроки команды атаки в очередном раунде. Но у них, кстати, по-моему, закуп есть. Пока что так. Накидываются флешки, гранаты. Оу, ёл, упал. Не удалось в сотке отыграть Space Impact. Все, я буду смотреть за игроками. То у меня тут параллельно переписка кипит с работой. Ладно. И перемычка. Перемычка играют все игроки команды атаки. Трое, по крайней мере, я вижу здесь. Остальные также перетягиваются именно сюда. Но и с дальних позиций будет принимать. В общем, все дефолтно, нет никаких супер розыгрышей, как до этого у команды Марго. Здесь все обычные, как миксы выход, да, то есть накидывается смог, дальше ребята выходят и пытаются перестреливаться с линиями. Уже минус 3 оформили в этом раунде. Дальше стреляются, идеала тоже забрали. Владос здесь дает минус, и Владосик последний, не перестреливает здесь всех. В итоге минус 1 от него, и первый раунд за командой. 22-91-13. Вот так вот. Хорошие респы. Ну, всего лишь один респ. В атаке раздаются девайсы. Все-таки набирают потихонечку экономику. И сотку. Сотку сразу же выходят. Пикать сотку. Накидывается им флешка здесь. И дальше пытаются выходить. Чекать зигзаг. Это очень важно для них здесь. Открыться. И дальше пытаться продавить апленд. Смог за шестым. Супер до сих пор играет зелени. В зелени никого не должно быть. Не, я хочу посмотреть эту игру. Так, выход. Безызвестный уже оформил минус 2. Слез в итоге. Ну и 2 в 4. Стяжка под Б-плент пошла. Здесь Владосик на Б-пленту будет принимать перемычку. Так, и... Дальше пошел выход, но нет, все, отошел игрок команды атаки, раскидался, а выходит окончательно через нижний парыч, здесь уже двое готовы принимать, один в пленту, один на третьем вагоне, Господь Гнев, не разбудите здесь его, и забрал все-таки через вагончик, прострелил Владосика последней пулей и пытается давить дальше, но игрок за фейком, его не чекнут, и это 6-1 в пользу команды, нах, надо, все очень быстро складывается. Тем уже охота, наверное, посмотреть на команду Марго, но до их участия еще в турнире долго. Так, 5 диглы, 2 глока. Вот, и накидываются флешки через сотку игроков команды защиты. Дальше выхода нет, но атаки, я вижу, форс-бай. Причем зелень плюс ПЖ. Идут зелень на Владосик. Будут втроем выходить. Пытается перестреливаться. Владосик дает минус 2. Но дальше третьего не забрел. Третий уже сейчас будет на подобранном девайсе пытаться открыться, наверное, дальше. Но пока что отошел. Знают, естественно, по нему информацию. Один за трансом играет у атаки. С пачкой. И не забрали. Идеал очень хорошо. Надамажил игрока, но не забрал. В итоге 727. Забирает здесь двоих на зелени. Пытается работать дальше. Вышел он по линиям. И за трансформаторной будкой должен быть здесь игрок. Все, он должен был видеть пиксель, но пачка как раз-таки у игроков команды защиты. И он прямо сейчас ее должен был увидеть, когда просматривал позиции за центральным вагоном. Зачекал первого, ну а дальше 45 секунд, и пошел он играть за плент. Перестреливается с четвертым вагоном. Тем временем это второй игрок. Есть информация по двум. Смотрит на флешку и ловит небольшой блайн. Очень далеко сейчас. Ух, хорошо, минус 3 уже. От 727 в этом раунде, ну, как минимум минус 3, по крайней мере, он оставался чуть ли не 1 в 4, или 2 в 4 они там оставались, и в итоге он почти потащил раунд, но нет, 7-1. Берут раунд в свою пользу, нах, надо. Причем здесь
экономики-то нет больше в атаке. И паузы, в общем. Ну, ребята, дают мне перерывчик. Спасибо, пацаны. Да, пока что, походу, дела в одни ворота. Да, погнали смотреть дальше. Да я знаю. Я просто ел. 7-1. 7-1, и игроки команды атаки. Теперь что у них? Форсбайчик. Так, забрали первого. Оу, минус зелень. Ну, дальше разбор полетов. Пацаны уже просто отдаются, на самом деле. Выбили пачку снизу. Таймфактор Джуниор. 8-1. Первая половина уже за нах надо. В общем, забирают они первую. И у нас 8-8-8-1. Так, ну а дальше атака. Атака направляется у нас играть через сотку снова, ребята. С одной флешки всего лишь выходит, причем накидывают флешку за пятую линию. Очень интересный мув, то есть накидывается не против Зиги флешка, а именно на линиях. И на линии, кстати, на пятой никто не смог сейчас нормально отыграть. В итоге 3 в 3. И по линиям пытаются стреляться, но у защиты тут более хорошая им. В итоге они выигрывают еще один раунд в свою пользу. 9-1. Не очень. Выиграли. Слово выиграли не так пишется, Ален. Вот так вот. 9-1. 9-1, и Владосик побежал. Побежал. Так, у нас 727 занимает сотку. У них постоянно кто-то в сотке в атаке, пытаются чекать выходящих, но здесь единственное безызвестный прошел по транс. Его разменивают. Забрали зелень. Отлично, он здесь открылся, но есть размен. В итоге 3 в 3. Space Impact выходит с пожарки. Так, и пытается чекать. Так, забрал зелень Space Impact. Выходит дальше стреляться с Зигом, но, к сожалению, не получилось. В итоге 10-1. И забрали игрока еще из сотки. Ну так вот, 10-1 пока что. Жестко-жестко. У них вторая карта еще в любом случае будет. Это последняя, напоминаю, Best of 3 в озерах. Вот. И Space Impact выходит через сотку за центральный вагон. Чекает он зигзаг тем временем. Все расположились по карте. Просто летаю, смотрю, пытаются что они выйти. Да, все, забрали зиг, пытаются дальше стреляться. Игрок под шестым и зелень. Зелень до сих пор не открылась, но смог просочился Господь Гнев. Его забрали. 2-4. Пока что ничего не получается у них здесь за атаку. Но финалочка-то под Б. То есть трое разводящих на пачка будет установлена на деньги под верхний парыч. Но... Блин, разыграть даже такой раунд 1 в 3 будет трудновато. Ужас, он накидывается хаешка в упор. Но ужас не занимает здесь в упоре. Забрал он первого, пытается чекать спину. Все, что только можно, но забрали его зиги. 11-1. Очень простая пока что игра для команды защиты. Пока что все изишно. Так, ну а у нас... очередной раунд, и вроде как закуп есть у атаки. Да, но вот респы плохие, конечно, здесь особо не выйти на этот раз. Да, сотку один человек пошел, но я думаю, просто покидает сотку, а дальше там
Не знаю, будет открываться. Да, накинул сам себе флешки, и ему также накинули флешку с линии. Его тиммейты выбегают на нижний пары, четвером выходят, лидер минус один, минус два из-под плунта, но есть какой-то размен все-таки. Пачку можно забирать и устанавливать. Скидывает пачку ужас, и его поймал здесь Владосик. Владосик чекает здесь перемычку, забирает Господь Гнева, и Space Impact последний, но... Угу, все, ну он понял, что как бы здесь уже можно отъезжать. Оу, забрал игрока все-таки в сотке. Но чуть-чуть не хватило до последнего, в итоге 12-1. Эй, нах, надо. Берут еще один раунд в свою пользу, безызвестный. С хорошим респом может открыться. Но пока что очень просто им дается, учитывая, что вот эта команда, которая играет за атаку, они чуть не перевернули Тачина. 16-14. Они проиграли ему в полуфинале Винера. А здесь как-то вот вообще не удается. Но, видимо, разыгрались атака. Собрались. Теперь уже проще им играется. Так, ну и попытка выйти пожарку плюс сотку. Безызвестный забирает здесь двоих. Аллилуйя, с пожарки будет играть. Ну, просто без шансов. Space Impact последний, он в зелени. Но его должны здесь контрить. Он здесь, конечно, с двух сторон, причем с линии и с икса. Его забирают, 13-1. И отметим фраг лидеров вообще, кто здесь кто. Владосик 19-5. В принципе, он еще не отошел, наверное, от Тачина. Он с тех пор уже разыгранный и готов здесь унижать. Ну а за атаку здесь 727 и ужас по 11-10 фрага, соответственно, больше всех набрали. Смотрим дальше. У атаки закуп максимальный. Диглы, ну даже дигл есть у пацана, хотя у него при этом жака. Странно, конечно, но ладно. Видимо, он закупился, у кого-то болдропы вызывает тиммейтов. Так, выход пошел одновременно и Б, и А, пачка на Б. Ну, 14-1, легчайший, по-моему, игра уже. Здесь 14-1, переход сторон. Сейчас посмотрим, какой он будет. Комбэк или камбэк. В этом должна разбираться Алена. Смотри, как пишется слово кам, да? Тут как... Да, как кам пишется правильно. Вот. Камбэк. Ладно, 14-1. Двое игроков пошли через зигу. Сотка открылась сразу, забрили зелень. И дальше пошел выход на... сплитом на аплент. Владосик четверку пробежал со своим тиммейтом. Ну, обычный выход. Тут ничего, абсолютно дефолт. Ребята просто с трех позиций вылезли. Сотка начала первой стреляться, дальше пацаны повылезали зелень плюс пожарка, ну и они очень близки к тому, чтобы забрать раунд. Space Impact не смог здесь ничего сделать, в итоге 15-1, все очень просто и нах надо. Здесь у них решающий раунд. Вот. Вот как все правильно, да, вот Алена, наверное, так бы и написала на самом деле. Причуда, да, причуда прям снял с языка у Алены, любого. Че он там с языка у меня снял? Бля, жесть какая-то. Ладно. Не, ну это образное выражение, не в прямом смысле. Ладно. Атака пытается выходить, ребята. Ну, здесь пошел расстрел. 16-1. Первая мапа у нас заканчивается. Супер интересная. Быстро очень все прошло. Ну, хотя пацаны пытаются что-то здесь еще минуса какие-то нафармить для себя. Забрали сотку. Последний игрок команды защиты. Можно, в принципе, порезать. И пытается пацан выбивать. Стреляется, но без успеха.